Это вот памятник основателям Черноголовки. Брутальные, брутальные мужчины. Тут дом ученых. Вот. И еще здесь вот такой вот интересный монумент. Немножко непонятно, что здесь изображено. Я вот только телефон разглядел. И кружка. Да, кстати. Это вот кружка, я так понимаю. Это карта, наверное, Черноголовки. Все, точно. Прикольно. А, и книги. Все, я разобрался, короче. И вот здесь прикольно тоже. Такие стульчики. Пиджак висит. В общем, снова, ребят, здравствуйте. Я в Черноголовке. Добрался до Черноголовки. Сейчас пойду на озеро купаться. Ну вот. Сегодня у нас четверг. Йо. Семенову и Дубовицкому. Ученым-создателем научного центра и города Черноголовки. Прикольно. Вот такая вот архитектура Черноголовки. Такие вот невзрачные подъезды. Но все равно здесь атмосферно. Вот такие вот здесь дворы. И турники. Обязательно. Еще есть вот такое вот здание, непонятно, что это, дом культуры, то ли какое-то административное здание. Вот. Вот такие еще здесь вот интересные пятиэтажки. Вот. В общем, зашел в магазин, взял сейчас шампуры, три штучки там продавались в таком маленьком этом оберточке, в такой небольшой пакет углей. Рожек. Набор, так сказать, отдыхающего. Классно. Интересное название. Улица первая, а дом второй. Вот. Такой интересный домик, вот с такой вот таким подъездом арочным. Вот. Интересные дома. В виде как будто бы очень продумано. Добро пожаловать на озеро. Приятного вам отдыха. Здравствуйте, здравствуйте. В общем, приехал я сюда снова. Пришлось 200 рублей таксисту отдавать, поскольку сумка у меня тяжелая и устал я уже идти. Вот, раскошеливаться пришлось. Так, смотрим. Ну, народ имеется. Итак, вы слышите уже эти звуки? Народу на тарзанке капец. Классно. Классно. Вон у людей прикольно здесь. Дровишки заготовлены, полежки. Тут все в дровишках и палатки еще стоят. Классно. Вот такой вот я набор купил. Продавались вот три шампура. Это очень хорошо, что они так продавались. Обычно они дорогие, пачкой продаются. Вот. Жидкость для розжига. И небольшой брикет углей. Вот, а место я нашел вот такое вот. Смотрится, конечно, красиво. Красота. Вот. Сейчас полезу купаться. Березки. Все как я люблю. И вода. Нежнейшая, чистейшая, бесподобная. Еще раз покажу, как выглядит у меня
мое место. Здесь я футболку повесил. Вот. Вот такие виды у меня сегодня. Блин, шел-шел, все берега заняты. Хотя бы вот такое место нашел. И то классно. Это иду я за мангалом. Поскольку мангал с собой не взял свой. Вот. Но пока шел сюда, увидел, там стояли несколько мангалов, которые можно взять. В общем, нашел я мангал. Вот такой вот. Сейчас угли засыплю и начнем готовить. В общем, открыл я уголь. Он вот в таких вот интересных. Я даже не знаю, как это назвать, бутерброд. В бутербродах. В таких. Вот. Интересно на самом деле. Сейчас будем пробовать разжигать. Хворосту нашел. Но сделал неправильно. Нужно хворост под угли класть. Ну, развести я должен каким-то образом. Так, ребят, вот от чего вы отказываетесь. Эх. Эх. А? Ну, сидите в Москве, пожалуйста. Сейчас несколько шампурочков насажу. И будет вкуснятина. Вот такая вот у меня картина получилась.